детстве у меня была мечта – побывать в Эвенкии и увидеть северное сияние. И мечта эта казалась тогда неосуществимой. Здравствуйте. Как у вас тут дела? Но благодаря работе на телеканале «Енисей» мне удалось побывать на севере края, в селе Байкит. Здесь я познакомилась с эвенками. Наверное, именно суровый климат Заполярья сделал коренных жителей севера самыми гостеприимными и приветливыми людьми на земле. Ему щекотно. Северное сияние для меня прежде всего люди, коренные жители севера, которые сияют и светятся изнутри. Маленький народ с большой душой. О красотах Эвенкии можно говорить бесконечно. Ведь это место, где природная красота сохранилась в своем первозданном виде. Мы всегда рады людям большой земли. Смотрим Енисей, видим там Олю и других ребят, узнаем новости большого края. Здесь, как нигде, я чувствую, насколько важна наша работа. Для местных жителей телеканал «Енисей» еще одна ниточка, которая связывает их с далекой большой землей. Эвенкия – земля, где живут люди с добрыми сердцами и открытой душой.